Ну так что, с моими красотками все нормально. Вот, которая та Эммануэль и Фалей. Все с ними хорошо. Они отошли. Конечно, листвы очень много скинули. По ним, конечно, незаметно. Но вот такие вот я все убрала. Ну, это ничего страшного. Главное, что вот новенькие лезут все зелененькие. Она вот ни одного цветоноса она не скинула. Прям умничка. Даже не засушила. Ну, тут у меня Розалинда и персиковый авантюрин. Я их на данный момент сняла, потому что у нас утром я как раз проснулась и пошел очень сильный ливень. Вот так вот они выглядят. Они у меня в 5-литровых горшках. Ну, Розалинда вообще меня прям покоряет каждый год своим цветением.